Друзья, в продажу поступает Toyota Prius 2019 года, без пробега по России. У автомобиля установлена гибридная установка с мотором бензиновым объемом 1.8, мощностью 98 лошадиных сил. Коробка робот, передний привод. Автомобиль в хорошем техническом и косметическом состоянии. В автомобиле имеются литые диски. Также в автомобиле имеется бесключевой доступ. В салоне автомобиля у нас идеальный тканевый салон. Также в автомобиле имеется мультируль, штатная аудиосистема с сенсорным экраном. Также имеется климат-контроль, регулировка печки отопителя, кондиционер. Также у нас имеется подогрев заднего стекла, подогрев лобового стекла, розетка 12 вольт, подстаканники, 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, привод складывания зеркал. Также установлены ветровики. Для задних пассажиров удобное посадочное место. Имеются карманы в дверных картах. Также у нас имеется камера заднего вида. Автомобиль имеет электронную ПТС в идеальном техническом состоянии.